Накануне Нового года калининградский автотор исполнил желание 13-летнего воспитанника детского дома, который мечтал увидеть, как производят машины. Мальчику показали, как устанавливают обивку, панель управления и сотни других деталей, а также стыковку двигателя и кузова. В кадр попал салон машины. Похоже, что это седан КАИ Сюанду. 49% акций марки КАИ принадлежит концерну Chery. В свою очередь модель Сюанду – это радикально перекроенный Chery Ariza 7 образца 2013 года по формату, повторяющий Hyundai Elantra. С 1,5-литровым турбомотором стыкуются механика или вариатор. В Китае купить такую машину можно примерно за 700 тысяч рублей в пересчете. Российские цены предстоит узнать позже.